фонд поддерживает школу студию МХАТ уже больше 12 лет. И это не просто взаимоотношения донора и благополучателя, это уже большая дружба, и это уже не просто большая дружба, это уже любовь. Со школой студии МХАТ нас связывает очень много совместных проектов, это программа комплексная. Она включает в себя не только гастрольную программу, которая началась с поездок только в Краснодарский край, потом благодаря компании «Эндрюс Групп» распространилась на Сибирь, а в этом году еще есть взаимодействие с Русаловой, еще есть другие города. Мы побывали еще в Нижнем Новгороде вместе с компанией «ГАЗ». То есть наша география все ширится и ширится, мы говорим о молодом хате России уже сами для себя. Но помимо этого мы поддерживаем стипендиальные программы для талантливых ребят, студентов, грантовые программы для преподавателей. Мы вместе провели несколько фестивалей, один из них такой большой международный фестиваль, посвященный 150-летию Станиславского. Мы стараемся поддерживать укрепление материально-технической базы школы-студии МХАТ, потому что понятно, что та аппаратура, на которой ребята работают, она дальше дает качество спектаклей. Мы очень рады быть в Хакасии. Наше взаимодействие с Хакасией тоже ширится в области культурных проектов, потому что мы сейчас находимся на этапе такого бурного развития проекта «Пространство Библии Сибирь», в рамках которого три библиотеки Хакасии получили гранты на пополнение библиотечных фондов, побывали на книжном фестивале в Иркутске, а победителем грантов на модельную библиотеку, который мы конкурс проводим также с компанией «Эндрюс Групп» вместе, стала библиотека поселка Майна. И надеемся, что в скорости мы сможем ее посмотреть. Мы тоже хотим как-то усиливать синергию этих проектов. В этом году в Иркутске у нас ребята, студенты школы студии МХАТ, общались с писателями, критиками, у них были совместные встречи, были на этих спектаклях. И ребята всегда радостно бывают в Хакасии, потому что здесь очень красивая природа, потому что здесь самый теплый прием, я серьезно это говорю, самый теплый прием из сибирских городов. И это всегда большой праздник. Поэтому очень рада быть здесь в третий раз и надеемся, что далеко не в последний, и что наше взаимодействие, сотрудничество, наши летние встречи будут иметь долгое-долгое развитие.